Весной 2004-го, пока я был в Нью-Йорке на Республиканском национальном съезде, мы столкнулись с Дэвидом Гергеном, главным советником 4-й администрации президента. И последний вопрос. Я прочитал статью Washington Times много лет назад, в которой вы прокомментировали свою организацию. А теперь это уже в журнале Wall Street и во многих других изданиях. Это касается Богемской рощи. В 1996 году, когда вы заняли должность советника Клинтона, республиканцы начали критиковать вас по поводу Богемской рощи, и вы спорили с ними, говоря: «Эй, я не собираюсь бегать голышом по лесу». Что это значит? Вот статья, которую я упомянул. Он сказал: «Я не собираюсь бегать голышом, как они». И не знаю, на какую цитату вы ссылаетесь. Я очень счастлив, что являюсь членом богемского клуба. Мне нравятся все люди, которые туда приходят. И мне неудобно разговаривать про это сообщество за их спинами. Спасибо. Так вы были на ритуале Cremation of Care? Честно говоря, я не думаю, что обязан разговаривать об этом с вами. Правда? Именно. Ну что ж, я Алис Джонс, но я проник туда в 2000 году. Я тот самый человек, который рассказал об этом открыто. Есть видео, оно было на национальном телевидении. Что ж, я не уважаю вас за это. Не уважаете? Да. Но есть множество государственных должностных лиц, которые там состоят. Вы не думаете, что люди заслуживают знать? Я ничего о вас не знаю и не знаю про ваш фильм. Но если вы ходили туда, дав обещание, вы нарушили это обещание тем, что выпустили это видео. И за это я вас не уважаю. Извиняюсь, но вы пообещали, что вы не выпустите никаких видео, когда отправлялись туда. Уже дали согласие, когда пришли туда. Нет. Вы проникли тайно? Да. И там вначале не было никаких запрещающих ход знаков? Нет, они поставили их дальше, я просто зашел туда. Извините, но я там был раньше, я знаю, какие там условия, и мне очень жаль, что вы нарушаете договоренность, это невежливо. По-вашему, это ритуал был вежливым поступком? Послушайте, я не обязан вам ничего говорить по этому поводу. Это то, что называется грязная журналистика, и я вас за это также не уважаю. До свидания. Так вы были на том ритуале? Это не твое дело. Да, да, послушай, ты приходишь, даешь людям обещания, потом нарушаешь их. Ты нападаешь на людей на улицах из засады. Это неуместная форма журналистики. Если ты хочешь потренироваться, то пожалуйста, но потом не проси других уважать тебя за это. Можешь сделать свои свободные американские шоу, все, что тебе угодно. Если хочешь быть невежливым, грубым, поступать не как мужчина, это тебе решать. Но уже там ребята политикой занимались, нет разве? Я извиняюсь, но никто там слово «политика» даже не произносил. Мы пытались быть вежливыми, очевидно, что вы не из этого числа. Пауки, плетущие паутину, сюда не приезжают? Да, это трехочковый. Только посмотрите, как он странно начал себя вести, когда мы затронули эту тему. Почему он ведет себя так таинственно? И почему он так разозлился, когда узнал, что мы пробрались туда? Для них это очень-очень серьезно. Это одна из особенностей оккультизма и тайных обществ. Слово «оккультизм» означает «секретно». Таинственность – это часть их религии. Они наслаждаются этим. И когда нарушают их таинственность, они становятся очень агрессивными. Кто-то проезжает на Порше, Мерседес. Отличный Порше, заработал на него, продавая бомбы и убивая невинных. Вы, ребят, собираетесь планировать еще войны в Богемской роще в этом году? Передавай от меня привет Генри Киссинджеру и другим военным преступникам, приятель. А неплохая тачка у тебя. Ты на нее заработал с войны, или тебе ее твои военные спекулянты подарили, или друзья, подонок. Я очень жду следующего, кто будет совершать ритуал Cremation of Care. Давайте сожгем это чучело человека. Давайте сделаем тело человеческих размеров и кинем его на алтарь, а потом подожгем перед Молохом. Хорошая идея, нет же ничего неправильного в этом, не так ли? Хороших выходных, поклонитесь нам Люциферу с вашим ритуалом, подонки. Эй, ребят, какие новые войны вы собираетесь планировать в Богемной роще этим летом? Добро пожаловать в знаменитую Богемскую рощу. Ричард Никсон назвал это самым проклятым местом, которое только можно вообразить. Хорошего вам ритуала Cremation of Care, подонки. Передавай привет Молоху от меня. Добро пожаловать, военные спекулянты! Удачного вам нового мирового порядка! Передавай привет военному преступнику Генри Киссинджеру от меня!
Добро пожаловать в частный лагерь военных спекулянтов в Богемской роще. Добро пожаловать в самое проклятое бога место, которое только можно вообразить, согласно словам Ричарда Никсона. Кто в автобусе? Кто в автобусе? Нет, их копы сопровождают. Уйди с дороги, а то арестовать могут. У них полицейский эскорт. У нас тут полицейское сопровождение. Автобус заполнен людьми, которые помахали нам ручкой или показали нам средний палец. Эй, добро пожаловать в рощу! Удачного вам cremation of care, сатанинские подонки! Удачно вам провести cremation of care, ребят! Скажите несколько слов о cremation of care. А вот и грузовик UPS. Им только что пришла большая поставка дилдо и секс-игрушек для их веселых выходных в богемском клубе. Самое гейское и проклятое богоместо, которое только можно представить, согласно словам президента Ричарда Никсона. Добро пожаловать, рабы! Приходите и служите вашим иллюминатам. Вы богатая элита, правители высшего класса, у которых вся задница в паразитах, бесполезные потребители, кто хочет стереть вас с лица земли. Что такое Богемская роща? Это вроде летнего лагеря для мировой элиты. Членствуют в клубе только мужчины, встречающиеся в большой тайне. Эта группа была сформирована в конце 19 века деятелями культуры, промышленниками и политиками. Присутствующие преклоняются перед культом совы, как своего божества. Ацтеки, майя и другие выходцы из Центральной Америки считают сову символом разрушения и смерти. Вот почему при вступлении в клуб надо пройти ритуал кремация сострадания, в котором смерть с косой спускает по воде чучело младенца, которое затем принимает первосвященник и бросает его на огненный жертв в основании 12-метрового бога совы. Это ритуал, основанный на поклонении силам природы, где сжигается сострадание. Совесть символически отбрасывается, и они начинают игнорировать боль, которую причиняют другим во имя успеха своих собственных целей. В обряде кремации сострадания, который открывает трехнедельное нахождение в их лагере, тело куклы сострадания, символизирующее несчастье и беспокойство, сжигается на алтаре перед огромной статуей совы. Когда эта церемония заканчивается, все они начинают кричать и вопить. Сам собой рождается вопрос, для чего кому-то нужно такое делать, не говоря уже об этих людях из элиты. И если рассмотреть элиту, что существовало на протяжении истории, многие люди из нее достигали вершин власти через оккультизм. Они стремятся сверхъестественными путями прийти к власти. Почему же христианские консерваторы, такие как Оба Буша, Ньют Гингрич и другие, участвуют в лесных ритуалах? Я признаю, что меня не ждут в элитном пристанище Богемская роща, где Ньют, Раш и Дик, восседая голые в чуме, бьют в тамтамы. Почему масс-медиа едва касается этих встреч? Из-за их особой клиентуры. Бывший политический карикатурист Фил Фрэнк из Сан-Франциско Хроникл рисует репортера, рассуждающего о своей лояльности к происходящему в Богемской роще. Рассказы о том, что происходит в этих лесах, сложно обойти стороной. Статуя, стоящая в лагере, напоминает элите о необходимости держать язык за зубами о том, что происходит в нем. Многие мировые события обретают свою форму в этой роще, включая создание атомной бомбы. Обсуждения в роще в 1930-х содействовали развитию ядерной энергетики и разработке атомной бомбы. Каждый республиканский президент после Кельвина Кулиджа входит в этот клуб, а также и многие демократы.
Если вы взглянете на списки членов Богемской рощи, Совета по международным отношениям и Билдербергского клуба, множество одних и тех же имен людей, ключевых уровней, присутствуют в подобных группах. В дополнение к языческим ритуалам, что происходят там, этот чисто мужской клуб также имеет дело с темной тематикой, тяготея к пьесам Монтесума, в которых идет речь о человеческих жертвоприношениях ацтеков, и Фаусту, повествующему о Мефистофеле. У многих из элиты есть склонность к переодеванию в одежду другого пола и мюзиклам. Возможно, именно поэтому у большей части участников таких чисто мужских шоу есть предрасположенность к мужеложству. Каждый год многие из них, похоже, выпендриваются или пытаются это сделать. В прошлом году, в 80-м, все разговоры были о рейтинге 500. Богемская роща, что я посещал время от времени, является наиболее развратным и проклятым богом местом, которое только можно представить. В 2004-м Нью-Йорк-Пост сообщила, что гей-порнозвезда Чад Сэвидж будет обслуживать олигархов в Богемской роще. В последние годы некоторые политики были завязаны в скандалах, в том числе сенатор Ларри Крейг, который домогался тайного агента в 2007 году. Еще более шокирующим стало известие, что в 2004-м блогер правой направленности Джеймс Гаккерт, который имел беспрецедентный доступ в Белый дом во время войны в Ираке, фактически был Джеффом Гэнноном, мужчиной-проститутом с порно-сайта militarystat.com. За два года его работы корреспондентом на GOP.USA и Talon News Гэннон официально более 200 раз посещал Белый дом. Как ни странно, более 25 раз эти визиты имели место вне запланированных брифингов. Подобные виды деятельности не являются новшеством для Белого дома. В 89-м обложке Washington Times пестрели заголовками о мальчиках по вызову в Белом доме. Washington Times сообщила сегодня, что неизвестные нам сотрудники Белого дома в администрациях Картера, Рейгана и Буша в настоящее время находятся под следствием за пользование услугами мальчиков по вызову. В статье идет речь о том, что два мужчины-проститута посещали в прошлом году после полуночи Белый дом. Имена сотен владельцев кредиток, открытых Washington Times, подтверждают, что клиентами были ключевые фигуры в администрациях Рейгана и Буша, военные, помощники Конгресса, американские и иностранные бизнесмены, находящиеся в тесных светских связях с политической элитой Вашингтона. Километры отсюда миллионеры, миллиардеры, люди, которые управляют миром, центральными банками, делают атомные бомбы. Вот сюда они приезжают летом отдохнуть и повеселиться. Каждый год сюда, в Богемскую рощу, съезжаются генеральные директора крупнейших корпораций, медиамагнаты и высокопоставленные политики. Доктор Питер Филлипс провел 3 дня на этой закрытой территории. И теперь он настаивает, люди должны знать, что там происходит. По примеру движения «Захвати Уолл-стрит», он призывает к захвату рощи. Нам нужна демократия. Решения должны приниматься открыто и честно. Они заключают там сделки, активно обсуждают политику. Члены закрытого клуба отвергают эти обвинения. Их лозунг «Пауки, плетущие паутину, сюда не приезжают». По их словам, это якобы значит, что богатые здесь не говорят о бизнесе, а просто отдыхают. В руках у Марка Дайса писатель и активиста «Раритет» — юбилейный альбом клуба, который издается раз в 10 лет. На фото вся жизнь этого общества. От представлений мужчин в женских одеждах до выступлений крупных политиков. На фото есть Джордж Буш-младший и старший, Джимми Картер, Ричард Никсон. Сюда приезжали и обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс, руководители каналов CNN и Fox, Джимми Баффет, Дэвид Рокфеллер и Генри Киссинджер. А еще у Марка есть официальный список всех приезжавших сюда в 2005 году. Типичные ястребы. Есть в списке, например, Джордж Буш-старший, Колин Пауэлл, Ричард Перл и другие типичные республиканцы. Сотни людей откликнулись на призыв и присоединились к протесту. Мы скоро победим людей в Богемской роще. Активиста Филиппа Мессину больше всего волнуют опасные политические решения, которые замышляются в этом сосновом бору. Здесь обсуждали ядерную программу, которую потом воплотили в жизнь. В 1980 году здесь был Рейган, а потом случилась Рейгановская революция. Мы знаем, что вы делаете. Мы знаем, что там происходит. Закрытость порождает массу слухов, в том числе самых невероятных о том, что там происходит. Особенно в отношении ритуала сожжения забот, во время которого члены богемского клуба сжигают нечто похожее на гроб перед 12-метровой статуей совы.
В противовес сожжению протестующие провели фестиваль под названием «Создание забот». Синди Шихан говорит о недостаточном освещении собраний богемского клуба в прессе. СМИ – это инструмент пропаганды той самой немногочисленной верхушки. Корпоративные СМИ – это и есть та самая немногочисленная верхушка. Это значит, что MSNBC, CNN, Fox – часть той самой верхушки, которая составляет 1%. Они же не будут выставлять в черном свете себя, капитализм, мировой империализм и войны. Как может лес, которому 2000 лет, кому-то принадлежать, вопрошают протестующие. По их словам, Богемская роща принадлежит всем, а не только 1% избранных. Что у вас там происходит? Но у ворот Богемской рощи дежурит специальный отряд полицейских, которые пристально следят за тем, чтобы эти все не проникли в логово, предназначенное лишь 1%. Безумие, что мы позволили хитросплетенному элитному преступному классу управлять нами, позиционируя себя спасителями планеты. Мы выяснили, что они не остановятся ни перед чем для достижения своих целей и не несут никакой ответственности за свои преступления. Это не новый мировой порядок мира и процветания. И не мировое правительство, спасающее Землю. В трудные времена мы должны проявлять бдительность в отношении, казалось бы, положительных вещей, навязываемых нам. Кризисы не прекратятся. Сталкиваясь с ними, большими или малыми, местными или иноземными, существует соблазн принять некоторые эффектные и дорогостоящие меры за чудесное решение всех нынешних трудностей. Наша угроза — это суперкласс, контролирующий информационные потоки и укрывающий от общества технологии. Мы также должны проявлять бдительность в отношении прямой и косвенной опасности того, что государственная политика сама по себе может оказаться в плену научно-технической элиты. Настало время отложить в сторону дистанцию, выключить вашу игровую приставку и начать смотреть по сторонам. Настало время отойти от повседневной роскоши и поп-культуры и принять меры в отношении цельного, целенаправленного зла для сохранения того, что осталось от человечества. Нам следует освободиться от апатии и вялости в своих действиях для разрушения невидимой империи. Это 12-метровая каменная сова, символ Семирамиды, которой они посвящают свои ритуалы в Богемской роще. Мы сейчас говорим о Бушах, о президентах, главах транснациональных корпораций, Рокфеллерах, все эти элитные семьи, диктующие свои условия обществу на всех уровнях, принимают участие в ритуалах в честь этой чертовой совы Семирамиды. Вот, пожалуйста. Вот почему система дорог вокруг здания Конгресса в Вашингтоне содержит здание Конгресса в своем брюхе, а сама формирует сову. Семирамида или ее кровные линии контролируют американскую политику. Сколько вам еще нужно символов? Здесь я нарисовал линии, чтобы показать, что это похоже на сову, а вот это никто не трогал. Это сова, стоящая на пирамиде, в системе дорог Вашингтона. А вот эти люди, которые оказываются в Богемской роще, Молох — еще одно имя, которое они используют для этой совы. Это фотография в Богемской роще 50-х годов. Глен Сиборг, подаривший миру плутоний. Молодец, Глен, отличная штука. Это актер второсортных фильмов, а это кадровый политик, каким он стал. Хитрый Дики Диксон, то есть Никсон, и Рональд Рейган. 50-е, оба очень разные люди с очень разными обстоятельствами жизни, оба стали потом президентами США. Потому что их отбирают, а не избирают. Итак, их замыслы сегодня. Где мы есть? Все достигло точки, где нам стоит задуматься над новой координатой. Цель — централизованная глобальная фашистская диктатура. Вот чего они хотят. Все, о чем Оруэлл говорил в 1984. И еще кое-что. И вот такая структура им нужна. Мировое правительство, которое будет принимать все основные решения в мире. Мировой центральный банк, который будет контролировать глобальные финансы. Мировая валюта, которая не будет физическими деньгами, постепенно она станет полностью электронной, что будет иметь серьезные последствия для свободы. Мировая армия, которая заменит национальные армии и будет навязывать волю мирового правительства. И снабженная микрочипами население, соединенное с глобальным компьютером. Когда я впервые сказал об этом 10-12 лет назад, бурный смех.
теперь уже нет. Под этой структурой они хотят 4 надгосударства. Европейский союз уже достаточно продвинувшийся. Американский союз, Североамериканский союз очень близок к нему сегодня. Из Мексики, США и Канады, хотя людям об этом не говорят. Тихоокеанский союз, включающий Австралию и Тихоокеанские страны. И Африканский союз, который уже, несомненно, существует. А по сути, это структура для централизации власти в руках немногих и отнятия ее у большинства. И превращение людей, снабженных микрочипами, штрих-кодами, зомби. Are the pillars of this house. Be gone, dull care. Fire shall have its will of thee. Be gone, dull care. And all the winds, victory with thy dust. Hail, fellowship's eternal flame. Once again, midsummer sets us free.